Итак, мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы хотим исследовать еще одну важную тему. Эта тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво. Печать праведности через веру. Но это, конечно, красивые слова, но хотелось бы знать, а, собственно говоря, что праведность по вере вот с обрезанием как-то сочетается. И, в общем-то, это серьезный вопрос. Да, что это за обрезание? Понимаете, медицинская гигиеническая процедура, так многие комментаторы интерпретируют. И не знаю, как в России сегодня в медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах, таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, уже это не секрет, УЗИ такая штука, что знает. Мама знает, родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу: родился мальчик, все, вот, вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. На эту тему масса идет споров, когда исследуешь вопрос, вот, педиатр говорит. Есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот. Что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в египтяне это вот и совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы говорят о том, что это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, Аврааму было это заповедано до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не, вот, связанной вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема существует. Это варварская практика женского обрезания. Об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос. Выяснить надо по Библии, что это такое обрезание. Да, завет обрезания. Что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос «завет». И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке
имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Заветы Ильича»? Кто при Советском Союзе жил, в таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно, часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Но тут уже вообще получается проблемка. Мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил, которое родственники не могут после смерти поделить. Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлениям, существующим в нормах русского языка. Поэтому нам нужно обратиться в Библии. И вот, что такое в Библии завет? Это еврейское слово «брит». Я прочитаю Второзаконие, 29 глава, 10 по 12 текст. «Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, все от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою». Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветний, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение: «дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим». И вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите «перейти», «авар». То есть то же самое с корень, что Авраам га-иври. Вот это вот слово «вступить» – это именно, чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни. И вот вступить в завет с Господом Богом твоим. А вот второе предложение, оно то же самое выражает. Но интересным образом, в его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот, завет – это священная клятва. Это не завещание, это не посмертное указание, это не какая-то коллекция книг. Это священная клятва, и обратите внимание, которую Господь Бог, здесь сказано, заключает, а в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос
в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Ну, каких сих происшествий? Там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал. И вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор. Состоялся такой разговор. И Бог ему говорит: «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит: что ты мне вот это даешь этими словами? Мне слова ничего не дают. Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня облагодетельствовал, богатство, все это будет Элиезеру из Дамаска. Вот. А ты мне потомство не дал, вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает: не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя из чрест твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные и говорит: вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». И сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Ну, тогда Бог говорит: «Раз ты так мне такие вопросы задаешь, что возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя». Авраам берет, и вот что он делает. Он берет их и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18-го столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хиттейское государство, Великая Хиттейская империя со столицей в городе Хатуше. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых, ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость то одного, то другого. И вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хеттский царь, или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать
священный союз с великим царем Хеттским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь. А вот это дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам, знаете, как куриц режут, и вот так по обе стороны, вот так, сюда-туда, сюда-туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях полз между тушами этих ослов и говорил: «Вот так и так пусть мне сделает твой Бог, если я приступлю клятву завета, которую поклялся тебе». Понимаете? Вот так и так. Это все мы читаем на основании древних хеттейских договоров, которые остались нам на глиняных табличках. И вот этого ожидает Авраам. Только, естественно, Авраам не берет от слов, Бог ему говорит чистых животных брать. И вот Авраам выкладывает все это и ждет, пока на вот этом конце такой импровизированной дорожки встанет Бог. А он проползет мимо этих, между тушами животных, и будет клясться в верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, 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 и оказывается, в 17 стихе написано: «Вот дым как бы из печи и пламя огня проходят между рассеченными животными». Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли между рассеченными животными? Конечно же, Бог. Вы понимаете, что, собственно говоря, произошло? Вы понимаете, что Бог фактически говорил Аврааму в тот день: «Если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет то же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам». Друзья мои, когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и я смотрю, у вас уже в книжной лавке продается библейский перевод новый, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум
3 перевода Священного Писания. Это неплохо. Это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но тем не менее, любой библейский перевод – это все равно попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно, буквально, или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда мы, переводчик попадает вот в такую ситуацию, вот разрезать завет, рассечь завет, понимаете? Это получается как вилка, как ножницы. Что сделать, понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке «рассечь завет». Поэтому переводят стандартно «заключил завет». Но всякий раз, друзья мои, когда вы будете какую-либо перевод библейский читать, вы будете читать слова «заключил завет», «заключил завет», «заключил завет», означает эти слова «разрезал завет», «разрезал», «рассек священную клятву». И вот именно это обещал Бог. Вот это, почему Божий завет – это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает, а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояния вне завета в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет, если ты перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да, как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю, всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с 3-летней телицей, с 3-летней козой и с 3-летней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так когда-нибудь? А я вам отвечу на основании Священного Писания. Было. Русский синодальный перевод дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 60 или 2 седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово, по-еврейски «мессия». Но опять же, я понимаю переводчика.
перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – «рассечь», «разрезать». Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве. Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово не какое другое, а карат. Да, наш Мессия был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе. За грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в завет с ним. Вот это великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва. Мы ничего здесь не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так. Он не просто кого-то постороннего отдает. Он отдает самого себя, потому что Иисус, он является Богом. Недаром первосвященники приговорили его к смерти именно за то, что он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Евфрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь, дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы. Итак, какой же еще важный аспект священной клятвы упоминается в Библии? Давайте посмотрим и изучим это интересное слово, которое в оригинале на иврите звучит как «Аллах». Оно встречается всего три раза в Священном Писании.
кроме того, как оно встречается в нашем стихе, Второзаконие 29 главе, вот это слово, которое переводится «Алла» как «священная клятва», оно встречается вот в этом интересном законе. Закон этот в книге «Числа», 5 глава, он касается подозрительных мужчин. То есть, когда муж решил заподозрить жену в неверности. И этот закон, часто его назначение не понимают и часто думают, а что это за издевательство над женщинами, потому что люди не понимают до конца язык этого закона. Дело в том, что если сравнить этот закон с законами Хаммурапи, то вы увидите разницу. Закон Хаммурапи, в частности, гласит, если какой-то муж заподозрит свою жену в неверности, пусть ее бросят в речку. Если она выплывет, значит, не виновата. Здесь ситуация немножко другая. Здесь ситуация звучит так. Если на мужа нашел дух ревности, и нету свидетелей, но он подозревает, он должен прийти в храм Божий. То есть не в суд, а в храм Божий. И должен принести жертвоприношение ревнования. Это жертвоприношение, естественно, указывает на будущего Мессии, его страдания. То есть сразу же этот вопрос переходит в духовную плоскость, а не в юридическую плоскость. Кстати говоря, таким образом этот закон защищает женщину от двух вещей. Дело в том, что первое мы видим, часто люди думают, что в Ветхом Завете можно было разводиться, мужчина мог развестись с женой, когда ему пожелается. Ну, такого, как мы видим, нет. Если бы это было, то этого закона не нужно было. Да? Например, сегодня в арабских странах мужчина может сказать 3 раза «я с тобой развожусь, развожусь, развожусь» и все. В Библии нет. В Библии совершенно все по-другому. В Библии, если он заподозрил жену, он должен доказать. Почему? Потому что, если мы возьмем в иудаизме, если мужчина захотел развестись со своей женой, и на это нет никакой соответствующей причины, он платит огромную сумму штрафа. Единственный способ избежать этого штрафа – это если имеет место супружеская неверность. Так вот здесь этот закон, оказывается, построен таким образом, что мужчина не может просто так побегать и заявить, она мне изменила, и я с ней развожусь. Нет, пожалуйста, приведи в храм, предстань перед Господом. И если ты таки ее подозреваешь, то пусть она выпьет воды, которая смешана с пылью из храма. Но если ничего не было, то и ничего не будет с женой. А коли было, то там всякое... Вон, можете почитать, что там будет. Не в этом суть. Но суть в том, что прежде чем эта вода выпивается женою, написано в оригинале, я специально перевел здесь с оригинала, потому что в синодальном вы увидите «заклянет», «проклятвою», «заклятие», слишком напутано. Вот как это звучит в оригинале. «И заставит тогда священник жену
поклясться священною клятвою. Вы видите, что, как употребляется это слово «Аллах» в каком контексте? Это клятва супружеской верности, которую, в общем-то, дают все, вступая в нормальный брак. Иначе, если такого нет, то брак нормальным не будет. Интересно, что отношения Бога с человеком уподобляются отношениям супруга в браке. Посмотрите на два примера. Иеремия 3:14. «Возвратитесь, дети-отступники, – говорит Господь, – потому что я сочетался с вами». Или вот, например, Иезекииль, 16 глава. «Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот было время твое, время любви, и простер я воскрыли риз моих на тебя и накрыл наготу твою». И вот, обратите внимание, первое. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моей». Вы видите, как клятва и завет, вот здесь союз, завет, брит, соединены снова. Что происходит? О чем здесь идет речь? Если вы посмотрите 16 главу книги Иезекииля, вы увидите, это поэма, метафорическая поэма, в которой то, что совершил Господь с Израилем, то есть вывел Израиль из Египта, привел их на гору Синай, заключил с ними завет, уподобляется вот такому вот бракосочетанию. Еще посмотрите. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Вы видите, как завет Божий, вот эта Божья клятва, ее второй аспект – это еще клятва, которая схожа с супружеской клятвой. Я не знаю, замечали ли вы в Декологе две заповеди, которые касаются верности? Две. Правильно. «Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим». И вторая – «Не прелюбодействуй». То есть, если мы посмотрим две части Деколога, одна это горизонтальная, да, взаимоотношения с ближним, и другая вертикальная, то получается, что у нас и на этом уровне есть верность и неверность, и на этом уровне есть верность и неверность. И вот как оно изображается в пророческих книгах. Израиль, народ завета, это невеста Бога, это супруга Бога. «Я Господь, твой супруг». Интересно, что на еврейском языке обручение – кидушин – это фактически освящение. И когда молодой человек делает предложение своей будущей невесте, он ей говорит:
все ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля. То есть девушка, принявшая знак обручения, становится святой, запрещенной для всех мужчин, кроме того, у кого она взяла знак обручения. По еврейской традиции это небольшая золотая монета. Каким же образом это связано с обрезанием? Давайте посмотрим историю. Вот у нас 15 глава, мы ее посмотрели, и в 15 главе Бог дает Аврааму священную клятву и рассекает с ним завет. А вот у нас 16 глава. В 16 главе Авраам, который только что поверил Богу, что у него будет потомство, как песок морской. Бог это вменяет ему в праведность. Что делает? Он решает поступить так, как это делают, в принципе, на Ближнем Востоке. Мне приходилось читать древневавилонские брачные контракты. И много приходилось читать. Есть такой на севере Ирака городишко Киркук, и там находится курган по имени Нузи, под названием Нузи. И там на этом кургане раскопан древний город. И в этот город там был обнаружен подвал один в доме, и там был семейный, там был как ЗАГС, что ли, даже не знаю. Это просто сокровище, архив. Там масса документов усыновительных, удочерительных, брачных контрактов. И вот там часто звучит такой язык. Это контракт между будущим зятем и будущим тестем. И вот сказано: если моя дочь моему будущему зятю не родит наследника, то тогда я дам моей дочери рабыню, и пусть мой зять войдет к рабыне, и та пусть родит на колени моей дочери. Тогда сын рабыни будет моей дочерью усыновлен и станет наследником. Если же моя дочь, в конце концов, родит сама наследника, то сын родной моей дочери достанет первенцем, получит 2/3 наследства, сын же рабыни получит 1/3 наследства. Так звучат брачные контракты. И так решили поступить Авраам и Сара. Единственная проблема – это брачные контракты языческой Сирии. А Авраам и Сара – люди все-таки верующие в Бога, который заповедовал: «Не прелюбодействуй». И что получилось? Да, Агарь рождает Аврааму Исмаила. Один мудрец современный как-то написал: 5 лет комиссия американского конгресса разбиралась с одним вопросом. Можно ли было предотвратить катастрофу 11 сентября 2001 года. Они 5 лет потратили на простейший вопрос, ответ на который следует из Библии. Можно было, Авраам не должен был спать с Агарью. Последствия этой ошибки –
Вообще неизвестно, закончится ли в ближайшем обозримом будущем. Но интересно, обратите внимание, сколько лет было Аврааму, когда Агарь родила ему Исмаила? 86. Это какая глава? 16. А я хочу, чтобы вы обратили внимание на 17 главу. Сколько лет здесь Аврааму? 99. Сколько прошло лет? 13 лет Бог не разговаривал с Авраамом. И после этого заговорил. И вот как он заговорил. Он говорит: хорошо, я поставлю. Какое здесь слово стоит, вы уже запомнили? Карат. Рассеку завет между мной и тобой, и я так и размножу тебя. Но прежде чем я это смогу сделать, ты должен кое-что соблюсти. Вот что ты будешь соблюдать. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, все будет вашим знамением завета. Мужской пол. Почему мужской пол и как это взаимосвязано? Друзья мои, а очень просто это взаимосвязано. Бог Аврааму говорит: прежде чем ты восстановишь взаимоотношения со мною, то, извините за такие подробности, чем ты согрешил, то ты и подрежь. И чтобы все запомнили на всю жизнь оставшуюся, что брак – это основа здоровых отношений с Богом. Посмотрите на книгу «Бытие», и вы увидите. «Бытие» 6 глава. Сыны Божьи решили взять в жены кого? Дочерей человеческих. Вы знаете, кто родились от этих браков? Нефилимы родились. Слово «нефилим» – это не исполины. «Нефилим» – это от еврейского слова «нафаль» – «падать». То есть от такого брака между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими родились падшие люди. И что делается дальше? Бог смотрит на землю и не видит. Вся земля растлена. Вот вам и потоп. Ну а дальше смотрите, Авраам решил переспать с Агарем, чтобы решить проблему наследника, вот до сих пор расхлебываем. Яков решил взять сначала Лию, а потом все-таки он любил Рахиль, и закончилось это тоже как? Мы тоже знаем. Понимаете, если мы читаем книгу «Бытие», то книга «Бытие» фактически это больше не о том, как была физически сотворена земля, а о том, как правильно патриархи себя вели в браке и как неправильно патриархи себя вели в браке. Поэтому, естественно, вы видите, что такое истинная святость? Что такое завет? Все ты освящаешься мне,
согласно закону Моисея и Израиля. Завет – это клятва верности. И поэтому Бог устанавливает такую процедуру не ради гигиены, не ради какого-то заимствования из каких-то древних народов, а ради того, чтобы всякий отец всякого молодого человека помнил, что для своего сына, а в то время мужчина являлся инициатором брака, что для своего сына нужно подбирать верную невесту, как это сделал Авраам для Исаака. И поэтому такой порядок имел место. Но имеет ли это значение сегодня? На эту тему ведется много споров. Отменяет ли Бог обрезание сегодня или не отменяет, или остается это определенным знаком, заветом, должны это делать верующие, не должны. Посмотрите, как ставит вопрос Павел в послании к Колоссянам. Если мы вообще посмотрим на послание Павла, то мы можем увидеть одну интересную особенность. Эти послания делятся на две категории. Иудейские и неиудейские. То есть он одни послания пишет в общины, где есть иудеи, и ставит перед ним определенные вопросы. А другие послания он пишет в общины, где иудеев нет. И вот здесь, к Колоссянам, это один из примеров общины, которая была не иудейская. И вот здесь Павел говорит, в нем, это о ком говорится о нем? О Христе. Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным. А что такое нерукотворенное обрезание? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на библейское определение нерукотворенного обрезания. Вот что сказано в книге Второзаконие. И это очень важно. Потому что это относится к Израилю. То есть нельзя рассуждать о том, что вот Израилю рукотворенное обрезание, то есть всем мальчикам 8 дней от роду крайнюю плоть надо обрезать, а вот если нету иудейских корней, то тем не рукотворенное. Эти слова к Израилю обращены. Вот посмотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Это только к Израилю, как вы думаете? Да не только, да? Чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их, после них из всех народов, как ныне. Итак, обрежьте крайнюю плоть чего? Сердца вашего
и не будьте впредь жестоковыны. Вы понимаете, что интересно? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Друзья мои, как можно обрезать крайнюю плоть чьего-то сердца? Это что, нам грудную клетку надо себе как-то открыть? Или это можно через артерию или через вену современным способом запустить какой-то приборчик, подобно как стентирование артерии, да? Об этом ли говорится? Друзья мои, а говорится не об этом. Но есть одна особенность. Сердце, оно есть у всех. Я говорю о мужчинах и женщинах. А это значит, что крайнюю плоть сердца может обрезать каждый. Крайнюю плоть сердца может обрезать любой человек, независимо от того, какой он культуры, какой он национальности, кому он принадлежит, какого он полу. Если человек хочет вступить в завет с Господом, это все, что нужно сделать. А каким образом обрезается крайняя плоть сердца? Обратите внимание. Вот вам контекст послания к Колоссянам. Не надо скальпелем себе через ребра пролезать. Надо, оказывается, это сделать через совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены в крещении. То есть обрезание сердца – это крещение. Это доступно каждому человеку. Кстати говоря, Исаия еще говорил в первой главе: «Омойтесь, очиститесь, удалите греховные дела ваши». Тогда придите и рассудим, будут ваши грехи, как багряное, как снег убелю. Вот что такое нерукотворенное обрезание. Вот почему Бог к завету допускает не только лиц мужского пола, а все. Вы, дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, всем доступно вступить, вот пересечь эту реку и стать частью завета. Все могут быть погребены в крещении со Христом, для того, чтобы воскреснуть верою в силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Можем мы это сделать? Можем ли мы таким образом посвятить себя Богу? Аминь.